Спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров принял участие в итоговом заседании молодежного парламента 6-го созыва. Он призвал их активнее работать с подрастающим поколением, уделяя внимание идеологическому и духовно-нравственному воспитанию. Аскендеров отметил важность гражданской позиции молодежи, ответственность каждого за сохранение традиционных ценностей. В планах изучение работы Центра социализации детей и подростков и привлечение к его деятельности членов молодежного парламента. Завершилась встреча вручением благодарственных писем и памятным фото. Сегодня молодежной политике уделяется большое внимание, и я хочу сказать, есть большие возможности для самореализации и для развития, личностного развития и в плане социальном лифт. Вы сегодня члены молодежного парламента при Народном собрании. Это одна из ступень, где вы проявляете свое гражданскую позицию. А гражданская позиция, она должна быть, ну, как минимум, четкой. Она должна быть понятна. Вы входите в ту сферу, где от вас зависит многое.